Всем привет! Сегодня хорошие новости. Сегодня опять речь пойдет про TikTok. Я запускаю курс по TikTok по вашим просьбам. В прошлых видео я у вас спрашивал, нужен вам он или нет. И много сказали, да, конечно, выпускай. И сейчас все расскажу поподробнее, что в этом курсе будет. Тем, кто меня не знает и впервые видит, под этим видео будет интервью со мной. Там про меня подробнее узнаете. Меня зовут Морусов Алексей. Смотрите, 4 месяца назад мы начали развивать TikTok, зарегистрировались и начали снимать ролики, поделки. Мы занимаемся эпоксидкой и делаем различные безделушки. И вот уже за 4 месяца у нас почти 100 тысяч подписчиков и идет доход уже с трех источников. Три источника. Какие три источника? Смотрите, это продажа собственной продукции. Мы вот там сделали, просто придумали сердечко из эпоксидки и дерева и засняли видео, и оно набирает некоторые видео по 1 000 000 просмотров, и постоянно идут заявки: продайте, продайте. Второе — привлечение трафика на партнерские программы. Например, показываем на своем примере. Мы занимаемся эпоксидкой, то есть мы берем у производителя эпоксидки партнерскую ссылку и даем ее людям, тем, кто желает купить эпоксидку. За это получаем процент. И третий заработок – это реклама. Недавно нам обратилось диджитал-агентство, к ним приходят различные рекламодатели и нам предложили сотрудничество. Один известный бренд клея заказал у нас рекламу, и буквально он уже второй раз у нас заказывает. Уже заработали мы 13 тысяч рублей за два ролика, ролики по 40 секунд, представьте. И делаются они, снимаются за полчаса. Вот так вот легко можно заработать 13 тысяч рублей, и это только начало. Так, давайте покажу вам наш TikTok. Вот, заходим. Моя мама заметила очень интересную вещь и попросила меня об этом рассказать. Вот видим активность. Видите, в правом нижнем углу появилось сейчас 3 подписчика, комментарии и лайки. Переходим, вот идет активность. Так. Вот как раз было сейчас сообщение от Евгении. Давайте посмотрим. Это вот как раз Евгения, которая у нас заказали рекламу. Обязательно будем вас предлагать подробные проекты. Вот видите, мы сейчас с ней прямо вот сейчас как раз общались. Я спросил, клиент доволен? Да, клиент очень доволен. Ему понравилась компания, видео. Единственная механика конкурса не лучше, но хозяин барин. Это там мелочи. Ну и вот вам покажу, это первый платеж от них. И вот второй платеж они прислали, 7 тысяч рублей. Итого 13 тысяч заработали. Ну и чтобы вы понимали, вот как началось, 24 апреля они написали: Алексей, добрый день, писали вам в Инстаграм. Если вкратце о проекте, то, ну и вот, если захотите, остановите, почитаете. И все, мы переписываемся. Так, тут понятно, что это за рекламодатель, уже все понятно. Так, Снилс тут просят уже. Ну, дальше тут я предоставляю, перемотаю. И вот уже видим, это я им присылаю рекламный ролик. Вот это показал. И давайте переходим в TikTok обратно. Вот смотрите, у нас почти 90 тысяч подписчиков. Вот они, рекламные ролики. Вот видите. Один и второй, вот он. Делается все легко и просто. Вот такой у нас канал. Переходите, подписывайтесь. Вот пример сердечки, какие я говорю. Вот сердце, смотрите. 254 тысячи просмотров. И давайте посмотрим. 681 комментарий. И что тут у нас пишут? Девочки, купить... Так, купить можно все. Вот чтоб такое сделал только для тебя. Это да, прекрасно. Всегда радует глаз. Красотища. Жаль, так, как же это круто. Вот, смотрите, можно посмотреть все работы и цены.
Так, я говорю, магазина еще нет, но мы с ними списываемся и уже общаемся в WhatsApp или здесь, прям в этом, как он называется-то? Ну, короче, в личные сообщения общаемся. Так. Вот, интересно, что за жидкость? Эпоксидка, да, спрашивают. Спрашивают, где купить, тоже мы отправляем. Вот так. Ух ты, а заказать такое можно у вас? Да, вот можно, пишите в личку. Так. Хочу такую штуку. Готовы купить? Я готов купить. Сколько денег? Вот 990 рублей пишу. И дальше общаемся уже в личке. Рецепт можно, сколько стоит будет, если заказать. И вот таких тут много. Это только одно видео, представьте. И так их у нас много. Сердечки. Где еще у нас сердечки? Вот сердечко. Вот сердечко. 140. В общем, все понятно, да, наверное, что здесь можно зарабатывать как на рекламе, как на продажах и как на партнерских. Как на партнерках, смотрите, вот стоит у нас ссылка, да, а в этой ссылке переходим, а в ней уже смотрите, сколько ссылок, и здесь можно уже вести трафик куда угодно, то есть вот и на YouTube канал, и купить эпоксидную смолу. Вот партнерка, да, человек переходит, покупает эпоксидную смолу. Мы за это получаем деньги. Вот смотрите, AliExpress, да. Человек, если купит эту эпоксидку, мы получаем за это проценты. Вот так это все работает. Вот так легко это делается. Так сразу для тех, кто боится снимать, сниматься, думает, о чем мне снимать, сразу говорю, для вас все записано, все в уроках есть. Буквально 2-3 дня назад я запустил канал в ТикТоке уже не со своим контентом, а брал контент с Ютуба. Также брал контент по партнерке, по определенной партнерской программе. Например, партнерская программа по изучению иностранных языков. Я списался с ними. Разрешение получил использовать их видео и немного его помонтировав, я его выставляю, вот комары тут летают, и получаю огромное количество просмотров и получаю трафик на их партнерку, и там, кто покупает курс, я получаю за это проценты. Также с YouTube, взяв один ролик, из него можно сделать до 50 роликов. И это делается все при помощи телефона. Android или iPhone, неважно. Я покажу уроки и на Android, и на iPhone. Я вот сейчас иду, снимаю на iPhone. Также вы можете это делать. Также можете и на Android, и на iPhone. Все будет в уроках показано, рассказано подробно. Прям буду показывать вот так с телефона, как я монтирую, какими программами пользоваться, все это будет в курсе. Ну вот пример, фрагмент одного из уроков, который будет в курсе. Включил, и смотрите, уже 422 просмотра. И уже, смотрите, как есть такой комментарий. Ненавижу завязывать шнурки. Кстати, вам скажу, чтобы лучше продвигалось, советую вам завести... Итак, что у нас получается? Что в курс входит? Курс входит, как монтировать видео, какой программой монтировать, где ее брать, как скачивать, как оформить свой TikTok аккаунт, как их сделать несколько, как добавить ссылку, как эту ссылку размножить, чтобы у вас было много ссылок. Раньше выпускались какие-то курсы по TikTok, где надо было трафик перегонять на свой Instagram, там уже с Инстаграма. Потому что нельзя было вставлять ссылку в ТикТоке. Теперь можно вставлять ссылку в ТикТоке, но только когда у вас 1000 подписчиков. Я расскажу, как быстро за день, за 2 дня получить себе 1000 подписчиков, и чтобы сразу у вас была активная ссылка. И при этом потом эту ссылку превратить в целый магазин, в целый сайт,
где вы можете и зарабатывать и на партнерках, и привлекать себе подписную базу, и зарабатывать на собственной продукции, и все что угодно, то есть получать себе огромный трафик с ТикТока. При этом он абсолютно бесплатный, не надо никаких вложений. Вот это самый главный вопрос, когда спрашивают, нужны ли вложения. Здесь абсолютно не нужны вложения. Нужен телефон. Ну, вложения это вы уже в курс, да? Деньги потратите и все. Нужен телефон. Ну, можно практически работать с телефоном, снимать. Ну, только ограничено. Какие-то партнерки вы не сможете подключить. А если еще присоединить компьютер, то... Ну, это для того, чтобы зарегистрироваться там в партнерках, удобнее было работать, настроить сайты определенные, для этого нужен компьютер. А так основную часть можно сделать на телефоне. Просто вот так же можете ходить, снимать, или можете сидеть в кафе, можете... сейчас закрыто кафе. Ну, можете сидеть у себя на даче, можете гулять, можете сидеть дома и с помощью телефона зарабатывать. Вот такой прекрасный получился курс. Кто еще не в ТикТоке, советую вам, заходите туда, пока он не стал таким же денежно-затратным для продвижения, как Инстаграм. А скоро это будет. Да, еще чуть не забыл, для любителей халявы, кто любит складчины различные и курсы скачивать бесплатно, здесь не проканает. Когда вы оплачиваете, вы получаете первую половину до момента монетизации, где я рассказываю про монетизацию. То есть, чтобы вам получить вторую половину, вам надо будет оформить TikTok, прислать мне его, мы с вами переписываемся, я проверяю. Вы присылаете свой этот номер заказа, что вы его оплатили, и тогда я вам присылаю уже вторую половину. Так что, если вы где-то скачаете его бесплатно, у вас будет только первая половина. И потом никого не вините, что вы не можете заработать. Вот так вот. Вот такой курс для вас готов. Если хотите зарабатывать, берите, действуйте. Это на самом деле очень легко. Давно такого не было, где можно с помощью телефона. Я уже к компьютеру очень редко подхожу. Все работаю практически с телефона. То берите, действуйте. Два тарифа. Тариф без поддержки, где просто вы видеоуроки получаете, и тариф с поддержкой. Я думаю, цена приемлемая, всего 1500 рублей. Она себя окупит очень быстро. Так что берите. Если что непонятно, задавайте вопросы. Там ссылка на мою страничку ВКонтакте. Пишите туда. Все, до новых встреч. Пока.